Специалисты, выполняющие монтажные работы, всегда полагались на надежные инструменты Rigid. И этот инструмент создан нами именно для вас. Представляем самый многофункциональный в мире электрогидравлический инструмент с уникальной системой быстросменной оснастки Rigid RE60. Непревзойденная скорость и универсальность позволяют электромонтажникам еще более эффективнее выполнять работы на месте, перерезать провод, обжать кабельные наконечники и пробить отверстия в электрических коробках. И сделать все это можно с помощью одного инструмента нового типа, который позволяет быстро переходить с одного режима на другой, без необходимости использования многочисленных приборов и принадлежностей. Система быстросъемной оснастки Rigid очень проста в применении. Просто отведите назад муфту, вставьте головку и отпустите муфту. Как только муфта зафиксирована на месте, инструмент готов к использованию. Чтобы заменить или снять головку, просто повторите эту процедуру. Чтобы применять RE60 для резки кабеля, используйте режущую головку ножницы. Она изготовлена из высокопрочной стали. Конструкция головки позволяет использовать сменные режущие ножи, что обеспечивает возможность резки армированных медных и алюминиевых многожильных кабелей. При нажатии на пусковую кнопку режущая головка ножницы быстро перерезает кабель диаметром до 50 мм. В избежании скручивания или изгиба во время резки стальная направляющая удерживает режущее лезвие на одной прямой. Для обжима кабельных наконечников используйте обжимную головку круглой формы с фиксацией. Конструкция обжимной головки обеспечивает максимальный доступ и маневренность. Благодаря узкому и эргономичному механизму фиксации она может применяться в ограниченных пространствах. При нажатии на пусковую кнопку обжимная головка легко выполняет обжатие кабельных наконечников площадью сечения до 300 квадратных миллиметров. Для пробивания монтажных отверстий в электрических коробках используется перфорирующая головка. Она предназначена для применения на низкоуглеродистой стали толщиной 3 мм и пробивания круглых отверстий диаметром до 63,5 мм. Головка совместима с перфорирующими матрицами компании Rigid и других изготовителей. Высверлите направляющие отверстия в электрическом коробе, затем прикрепите перфорирующую головку. После соединения просто нажмите на пусковую кнопку, чтобы пробить отверстие. Этим преимущества инструмента RE60 не ограничиваются. Его функциональные возможности гораздо шире, чем у любого другого электрогидравлического инструмента. Для обеспечения лучшего доступа в ограниченных пространствах сменные головки вращаются на 360 градусов. Белая светодиодная лампа освещает рабочую зону, встроенная система диагностики оснащена датчиками для обеспечения стабильного полного цикла, так что вы можете быть уверены в каждом обжатии. RE60 работает на уникальном аккумуляторе Rigid, который обеспечивает наибольшее в отрасли время непрерывной работы. Специальный датчик оповещает, когда мощность батареи снижается, а датчик температуры предотвращает работу инструмента, если температура превышает допустимые пределы. RE60 имеет самый продолжительный в отрасли интервал межсервисного обслуживания длиной 32 тысячи циклов. Благодаря многофункциональности 3 в 1 и набору функций, предназначенных для того, чтобы сделать работу монтажников как никогда эффективной, ни один комплект инструментов не будет полным без инструмента RE60 от компании Rigid. Посетите сайт rigid.ru, чтобы заказать демонстрацию инновационного электрогидравлического инструмента или получить более подробную информацию.